Во дворце спорта «Триумф» прошел 14-й фестиваль танцев «Мастер-стар. Область движения». В творческой битве свое мастерство продемонстрировало 10 лучших студенческих команд учреждений высшего и среднего профессионального образования Люберецкого округа. За ходом соревнований наблюдала и наша съемочная группа. Александра Абдуламитова приезжает на «Мастер-стар» уже 4-й год. С командой Люберецкого медицинского колледжа она выиграла почти все призы. Брали даже гран-при. Не покоряется пока только высшая ступень пьедестала. На самом деле это большое испытание для каждого участника, потому что каждый участник может попробовать себя в команде, в новом деле. Вообще это на самом деле очень классно. 3 часа танцевального марафона. Изобразить машину или самолет, угадать страну и станцевать ее народный танец или всей командой повторять движение за ведущим не так просто, как кажется. Из домашних заготовок только один номер. Главное – не останавливаться ни на секунду. За каждое задание жюри выдает специальные жетоны. Отдельно оцениваются синхронность, креативность, техника движений и сплоченность команды. По сумме жетонов выбирают победителя. Дух соревнований и зажигательная музыка настолько захватили всех, что ни зрители, ни группа поддержки не могли усидеть на месте. К церемонии награждения эмоции были накалены до предела. Такое второстепенное, но когда мы все услышали, что нас так оценили, мы невероятно были рады. И вообще, ну вы можете видеть по их лицам, смотрите, какие они счастливые. Танцевальный марафон – не просто соревнование, а праздник творческой молодежи. Поэтому ровно через год команды соберутся в Большом зале «Триумфа», чтобы побороться за кубок главы округа и закружиться в ритме танца. Ирина Попова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.